Так, ребят, привет всем. Ну что, у нас сегодня, знаете, как находочки-то какие-то разношерстные всякие есть. Поэтому сейчас как пойдет, не знаю, может быть даже два вида видео придется делать. Вот, сейчас будем разбираться вот с этими вот наборами. Я не знаю, что это такое, короче. В общем, набрал много по игровой теме. Вот, но изначально давайте, значит, займемся... ну, кое-чем. Вот, допустим, JBL снова, еще одни наушники. JBL E-Series, короче. Ну, хорошие наушники, скажем так, блютусные. Вот, у меня там на заднем фоне идет футбольчик. Так что, если что-то слышите, не особо не, значит, обращайте внимание. Плюс еще сегодня, значит, я простужен. Так что, если буду кашлять, чихать, тоже не обращайте внимания. Ну, вот. Ну и будем потихонечку, значит, смотреть, что нашли. Вот такой вот нашел, значит, телефон. О, видите? PlayStation 4. Интересная вещь, да? Ну, то есть, уже старенькая. В общем, он перезагружен. Он просит, короче, чтобы его, ну, загрузили. Просто-напросто и все. Вот. Сейчас он там, короче, скажет халё и понеслась. Ну, в общем, ладно. В принципе, что? Сало как сало, что упробовать. iPhone 4, я думаю, вы уже видели. Так, здесь у нас две интересные вещи тоже были. Ну, немножко так я разочаровался. Такой, знаете, думал, коробка такая. Понятно, что от часов. Но она такая тяжеленькая. Открыл, часов нету. Жаль, но ничего не поделаешь. Вот. Это у нас часы были Техномарин. Техномарины. Вот. А здесь у нас вот этот Tag Heuer. Или Tag Heuer. Не знаю как. И здесь вот бумажки, бумажки, бумажки какие-то. И тут у нас браслеты. И всякие браслеты, ремешки, вернее, от часов. От всяких. И вот один ремешок. Вот он. Короче, вот он. И вот его вторая часть. Это чисто оригинально от вот этих часов. Tag Heuer, Tag Heuer, как они там называются. Вот. Поэтому браслетик по-любому стоит денег. Часы-то дорогие. Сами по себе часы. Они такие, ну... к 1000 евро подходит их цена. Вот, поэтому, ну, скажем так, находочка тоже неплохая. Ну вот. Ну а тут коробочку оставлю себе, тоже такая из замша коробочка интересная. Вот, продолжаем дальше. Немножко попалось мне игр от приставки Wii. Они, правда, без упаковок, вот такие вот. Немножко даже царапанные, но ничего не могу поделать. Ладно, оставим их тоже. Вот. Там игры тоже сейчас разберем. Здесь я нашел Makita аккумулятор. Еще один очередной. И по очкам. Очки еще нашел, ребятки. Очки у нас вот такие найдены. Это у нас, я так понимаю, это Armani. Армани. Хотя ничего не написано, но судя по вот этим вот значочкам, это Армани. Есть только какой-то номер. Вот. Ну, конечно, мы проверим все это. Мне кажется, такие Армани даже у моей супруги когда-то были. Ладно, мы их уберем в сторону. Вот. Вот еще одни очки. Здесь у нас написано NJS Collection. Вот. Прикольные, интересные, но они немножко вот здесь вот поцарапаны. Их отполировать не получится, потому что царапины глубокие. Ну, в общем, так. Ладно. Вот. А вот машина на, блин, находка. Здесь написано Killer Loop. Но почему-то, когда я их открыл, здесь оказались очки вот такие от Марко Поло.
Вот. Марко Поло. Знаете такую фирму? В общем, такие вот очки от Марко Поло. Ну, что. В общем, находки есть находки. Что попалось, то показал. Вот эти, конечно же. Ну, это так себе. Так себе, скажем так. За хорошую находку не примешь, потому как поцарапаны. Вот. Идем дальше. Это тоже мы уберем сейчас. Здесь это все. Я занимался делами. Вот. И давайте теперь рассматривать вот эти вот вещи. Так, какая-то оригинальная версия, комплект, Deutsch, короче, так далее, так далее. Понятно, что это была, скорее всего, игра. На какой компьютер или на какую приставку, непонятно. Но здесь, к сожалению, кроме вот этих вот бумажек, ни хрена больше ничего нет. Так, ладно. Будем считать, что не повезло. Я чувствовал, что там не все они полные. Но как бы все равно забрал почти все их. Вот, вот здесь вот, короче, она очень тяжелая. Я еще сам не заглядывал. Так, play the game for eins. Play the game. Короче, не знаю, что здесь. Сейчас будем смотреть. Ого, здесь оказывается очень много. Так. Какая-то демо-версия. Я думаю, что это компьютерная игра. Здесь у нас... Так. ПЦ. ПЦ-игры меня не очень интересуют. Меня больше интересуют игры на приставке. А это все ПЦ-игры. Так, ладно. Вот еще Ultra X. В общем, какой-то кто-то собирал. 98-й год, ребятки. Офигеть. Так, и вот еще одна. Окей. Так, ну здесь тоже это все неинтересно. Неинтересно. Это все, знаете, люди выписывали журналы. А это вообще кроссфорд, ТТЦД, CD-ROM. Короче, Windows 95. Нифига себе, тут все старое такое. Так, ладно. Все эти CD-шки, короче, неинтересные. И мы их сразу выкидываем. Выкидываем их сразу, ребятки. Так, а здесь у нас бумажка. Бумажка Kurzanleitung. То есть, про, как это... В общем, вы поняли. Так, ладно, здесь тоже ничего нет в этой коробочке хорошего. Вот. Ну, надеюсь, не все они пустые такие будут. Здесь вот еще одна. Так, здесь коробочка. Коробочка в коробочке. О, вот здесь что-то есть. Смотрите. Майнкрафт. Не, Мар... Варкрафт. Варкрафт. Опаля, и здесь у нас комплект. Кстати, даже этот есть номер. Так, ну это надо сохранить. Не знаю, какого это года, но я думаю, может, кому-то интересно будет. Давайте мы их сюда. Так, а здесь еще Warcraft. Здесь еще вот такой Warcraft. А, ну тут это что же Warcraft? Да, это целый комплект. То есть это можно... В принципе, можно вот так вот сохранить все вместе. Вот. Если кого-то такое интересует, пишите. Пишите. Так, какой же это год вообще-то? Не знаю, какой год. Не написано. Ладно. Кстати. Ладно, сюда. В общем, переходим к следующей коробочке.
Следующая коробочка у нас вот такая. Star Wars. Star Wars. И здесь у нас только бумажки. Бумажки, бумажки и бумажки, к сожалению. Коробка есть, бумажки. Кассеты. Как сидишки нет. Он вот так еще открывается. И вот так. Видите? CD-ROM. Ну ладно, что ж поделаешь. Дальше идем. Вот такое есть. Не знаю, это вот действительно люди, которые разбираются в компьютерах, в этих в компьютерных играх, да, которые играли. Вот сейчас, возможно, им это интересно будет, все такой разборчик. Вот. Но опять же, это уже все такое старенькое. Вот опять коробка есть. И больше ничего нету. Топ-вар. Ну, как-то так. Ладно. Так. Топ-вары. Еще одни топ-вары. И здесь то же самое. Пустая коробка, ребят. Ну, в смысле, бумажечки есть. Каталог. Какой-то каталог здесь. Ну и все. Окей. Играем. О, Диабло. Диабло. Диабло у нас, не знаю, пустой, не пустой. Сейчас посмотреть. Да? Да, Диабло тоже пустой. О, даже вот такая есть. Это как ее? Как называется? Статуэтка такая, да? Ну ладно, ладно. Кстати, я это тоже пошлю человеку одному. У него в канал, короче, по как раз по вот этим играм. И вот это вот ему будет как декорация для его короче, этого как вот, где он снимает для студии. Так, здесь у нас еще что-то. Еще. Давайте посмотрим, что же тут еще у нас есть. Так, как она открывается-то хоть? Не хочется ломать. А, вот так. Что-то тяжеленькое. Electronic Arts. Хоп. Ага. Хоп-хоп. А, и какие-то CD-шки есть. Так, ну не знаю. Дискета 4, дискета 3. Это что-то оригинальное или нет? Ладно. Раз в комплекте, значит, оставим тоже ее. Окей. Дальше идем. Ну, тут по весу видно, что только бумажки. Ладно. Леди Нахт Нихт. Так, здесь, кстати, Star Wars CD. Ага, окей. А у нас была такая Star Wars? По-моему, вот только, да? Вот такое было. А, так это от нее. Ё-моё, нафига ж я убираю. Это от нее. Леди. Короче. Так, еще одна. И тут
тоже есть какая-то игрушка. И тут еще вот такая какая-то фигнюшка есть. Не знаю, что это. Какая-то игра. Не игра. Монский слайд. Ладно. Здесь вот Монский Исланд, а здесь, по-моему, какая-то фигня. Я не знаю, что это за CD. Ну, короче. Так, ладно. И последняя вот такая большая коробка. Остальные сейчас маленькие пойдут. Тоже смотрим. Но здесь... Здесь сидишки нет. Окей, коробка есть, сидишки нет. Ладно. Вот, это мы вот так вот, значит. Хоп. А вот тут игры у нас, значит. Игры на PlayStation 2. Вот такая есть. FIFA 06 есть. Gran Turismo. Это когда PlayStation 2 буду продавать, я к ней положу. Значит, в эти, в комплект. Хорошо. Да, цена увеличивается, да? Так, ну это PC CD-ROM Star Wars. Это мы отдельно. И вот еще одна PlayStation 4. На месте все FIFA. Вот, 21 год уже. Халанд здесь, короче. Нормальненько. PS4. Ну что ж, тоже хорошо. Значит, что мы сделаем? Это мы положим все отдельно. Вот, эти игры тоже уберем. Куда их тут поставить, чтобы они нам не мешали? Сейчас я найду место. Так вот. Ну, в общем, вот такая у нас сегодня игровая тема была. Вот. Ну, а основные находки смотрите в следующем видео, потому что их тоже много. И если мы один и тот же ролик сделаем, на в одном и том же ролике все сделаем, то это будет очень много времени. Пока, значит, на этом все. Всем удачи и до следующего ролика.